Слышно ли меня? О, меня слышно. Дорогие друзья, сейчас я буду показывать вам искусство, которое использует 0 байт, максимально аналогово. И под музычку. Я немножко волнуюсь, потому что уже поздно, и не очень понятно, как это входит вообще в тему. Но обычно люди не расстраиваются. Ага, Амиго. Где фильм «Осознанное сновидение». Кот. Каждый вечер, когда садится солнце и всходит луна, я готовлюсь ложиться спать. Чтобы набраться сил для будущих свершений и приключений, и для новых вершин. И каждый раз, когда для новой вершины остается буквально один шаг, и каждый раз, когда до новой вершины остается буквально один шаг, ко мне приходит кот, по мне ходит кот. И я не высыпаюсь. Потому что кот. Однажды я писал великий русский роман в стихах. И там было все как надо. Дух времени, любовь, смерть, шутки с читателями. И оставалось совсем немножко, буквально дописать эффектную концовку. И тут... И тут ко мне приходит... Коть не приходит. И тут ко мне приходит кот, по мне ходит кот. И кот ходит по мне и по моей книжке. И это история самого известного незаконченного романа. В стихах. А в другой раз я была индийским принцем. И я жила в красивом дворце, и у меня был красивый сад, и даже гарем, и любящие мама с папой. Я была очень довольным, счастливым индийским принцем. Пока однажды на прогулке я не встретила старого человека. Я очень испугалась и распереживалась, потому что до этого никогда не встречала страданий. И вернулась домой, но на следующий день все повторилось, и мне навстречу попался человек с ковидом. И я снова очень испугалась и распереживалась, и подумала, как же так, все, что я знала до этого о жизни, не укладывается в эту картину. Я снова вернулась домой, и на следующий день мне попалась, вы не поверите, похоронная процессия. Но это было уже слишком.
Я серьезно задумалась над вопросом человеческих страданий в этой жизни. Я подумала, что мне вряд ли получится решить эту задачку, являясь индийским принцем. И тогда я подстриглась. Я подстриглась и стала изучать вопросы доступными в то время способами. Я училась у самых продвинутых и достойных учителей. Я во всех практиках достигла бесконечных вершин. Все меня очень хвалили. Я совсем вообще не кушала, только медитировала. И мое сознание достигло уже небывалых вершин, но самый главный вопрос оставался нерешенным. Тогда я решила, что я буду сидеть под деревом, пока он не прояснится и все не станет ясным. Я сидела под этим деревом. И я сидела под этим деревом, и уже никакого эго не существовало, и все живые существа были единым целым со мной, и вот это все, и уже очень масштабное контролировалось сознание, пока не осталось совсем уже чуть-чуть, И тут ко мне приходит коуч, по мне ходит коуч. И это было просветление. И мой разум пробудился. И я поняла, что я нахожусь в диафильме. И я вышла из матрицы. И такая: о боже мой, реальность. И кот мой тоже маленько офигел от всего этого. И с тех пор мы изучаем новые вопросы о том, как вообще существует реальный мир и как в нем живут мультяшки. Наверное, на этом можно закончить. Дальше это то, что сейчас происходит, так что я могу вам рассказать только когда, ну, после следующего сезона. Стихотворение «Диафильм». Я карп. Торжок носиной, рыбный отдел. Карп живой, 60 рублей. Лежу, смотрю, ходит народ. Открываю рот. Здесь так холодно, братцы. Сюда мертвый минтай замороженный. Продавцы иностранцы кричат: налетай. Прохожие налетают. Берут минтая. Килограмм или два. Глядят на меня. Поддерживаю зрительный контакт. Я воспитанный карп. Ты рядом, такая прекрасная. Шевелишь жабрами и даже хвостом. Еще со времени оптовой базы безумно в тебя влюблен. Все признаться хотел, откладывал на потом –
когда пойдет покурить на углу узбек-продавец, повторял: «Я люблю, я люблю, я люблю». Получалось лишь: «Мне пиздец, мне пиздец». Старый бродяга в Одессе, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Капитан, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете, сильной, веселой и злой, носят мои книги в сидельной сумке, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их ни в растении, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться. Не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во Вселенной, скажет: «Я не люблю вас», я научу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. И когда придет их последний час, ровный красный туман застелит взоры, я научу их сразу припомнить всю красивую, милую жизнь, всю родную, странную землю. И представ перед ликом Бога с простыми и мудрыми словами, дать спокойно его сюда. Конец. Еще одна была. Пленка.
Я в детстве очень любил биофильм. Когда-то я про СМИ лекцию. Я? СМИ. Один. СМИ. Я хочу отстреляться со СМИ. Светомузыкальные инструменты музыкальные. Это так, хорошо. Зородыш демосцена. Ну, кстати, да. Да, я просто про это все немного знаю, я сам. Так, зародыш. Они недооценивают влияние. Когда-нибудь сделаем. А, не включили метод. Самый настоящий. Не видос, а реальный хардвейр. Да-да-да-да, ну у тебя занято было до конца, понятно, что. Блин, короче. Это мета-диафильм о том, что вообще за тема с диафильмами. Мета-диафильм. Мета. Мета. Короче, в Советском Союзе детей не было Netflix'а. И они такие, блин, что за фигня? Вот. И зато были мультики. Мультики были ничего такие. Мультики были ничего такие, но они не показывали все время, когда ты захочешь посмотреть мультики. Они показывались только в какой-то момент определенный. А в остальное время была какая-то неинтересная штука. Вот. И, видимо, русский человек смекалист, и в мире появилась такая фигня, как диапроектор. Диапроектор существовал у меня в детстве, и, наверное, у всех в детстве бывал такой. И он устроен таким образом, что там есть пленка, линза и свет. И нужно изобразить какой-нибудь экран, например, из простыни, посадить своих активных отпрысков напротив, включить этот агрегат, и появятся волшебные картинки на экране. Обычно это какая-то история, какая-нибудь сказка, какая-нибудь детская... какой-то сюжет детский, сказочный или из народных сказок. Вот. Например, это выглядело... Да, это могло выглядеть вот примерно так. Интересно, есть ли среди аудитории люди, которые в детстве не осмотрели диафильмы? Сделайте «уу», если вы не знаете, что это такое. Я думаю, что средний возраст такой, что все более-менее видали. Вот. Но если что, примерно это выглядело вот так. Это были какие-то картинки, которые напечатаны, скорее всего, на пленке какой-то специальной штукой. Вот. И там был еще текст, который нужно было читать. То есть не нужно было запоминать историю, она была прямо на картинке изображена. И можно было просто прочитать текст своим детям. Вот. Что у меня за тема с ними? Однажды мы делали фестиваль на... Делали площадку на фестивале Систа. И это был 18-й год. И это само по себе прикольное было мероприятие. Но в какой-то момент мимо проходили диазавры. Они такие, о, мы диазавры, у нас есть диафильмы, может быть, мы покажем их у вас? А мы такие, ну да, у нас тут есть экраны, вообще все располагает, скамейки... И, в общем, мы согласились на эту тему. И потом мы стали это смотреть. И они были вообще супер дикие. Они были очень сюрреалистичные. Там просто кадры перетекали, путалась реальность, пространство и время. Все это выходило совершенно за рамки того, что я помню по детским историям. То есть это был уже какой-то новый уровень искусства. И мы такие, о, нифига себе, нифига себе. В общем, решили, что срочно надо это все делать. Вот, и таскать диафильмы куда вообще не попадя. И чтобы таскать диафильмы куда не попадя, нужно отделить их от электрической сети. Потому что электрическая сеть обычно бывает только там, где попадя. И в какой-то момент я изобрела... проектор, которому не нужна розетка. Он сделан из корпуса советского диапроектора типа «Танчик».
где выкинуто все электричество, и с помощью винной пробки приделан фонарик. Именно с помощью такого агрегата сейчас я вам это все показываю. Это очень просто, и он получается легкий, мобильный и доступный, блин, где угодно. Например, на форте посреди острова, или в пещере, или на парусах яхты посреди моря. В общем, где угодно можно устроить вам, прости господи, демо-сцену или какое-нибудь еще представление. Даже на разрушенной станции космической где-нибудь под Берлином. И вообще это зашибись. Вот, иногда мы собираемся с друзьями и рисуем диафильмы, и я им показываю, как что можно сделать, а они тоже что-нибудь придумывают. И в таких тусах рождаются какие-то новые идеи. И несмотря на то, что это достаточно простая техника, там столько всяких приемчиков, что у меня глаза разбегаются. Мало того, что можно, ну, просто использовать рисунок как уже само по себе достаточно выразительную технику, можно еще и всячески дальше выдумывать. Например, чтобы был фон темный, а изображение выражалось в нем, можно царапать по пленке. Также можно очень вольно обращаться с пространством самой пленки, можно выходить за нее, можно менять направление, можно выходить за пределы кадра. Можно использовать огромное число всяких маркеров, красок и прочих штук, которые будет видно на просвет. Например, витражные краски. Можно... Я потеряла еще один кусочек. Ну, в общем, можно растягивать свою историю. Можно шевелить изображение. Тут было другое, но оно куда-то потерялось, и поэтому у меня снова кот. И можно вообще забить на пространство экрана и отправить своих персонажей в путешествие куда-то в полпространство. Как, например, в космический полет. Можно использовать несколько проекторов, как уже тоже было где-то показано. И сейчас у меня нет, к сожалению, под рукой, потому что я плохо подготовилась. Ну, в общем, дофига всего прикольного. Я сделал этот диафильм, чтобы сэкономить себе время на ответы на часто задаваемые вопросы. Вот. И еще у меня есть сайт и канал в Телеграме, где можно просто еще про все это посмотреть и как-то быть в курсе движни, который я что-то иногда делаю в связи с диафильмами. Спасибо. А ты рисуешь прямо на диафильме? На пленке? Обычно на проявленной, либо на засвеченной. Вот. А, ну просто на фотопленке сама. Ну, не переносишь ничего, а просто рисуешь на ней. Есть позитивная пленка, я использую еще кадры, которые просто сняты на позитивной пленке, и можно их тоже там. И там тоже был. Там, например, был кадр про этого проектора. Это был реальный кадр.